Это история Леонида Млечина для тех, кому не безразлично наше прошлое. Как это могло произойти? Вот вопрос, которым задаются все, кто интересуется военными делами, разведывательными, ближневосточной ситуацией. В субботу на Ближнем Востоке началась новая война. Должен сказать, что я сегодня собирался рассказывать о другой войне, которая началась там же, на Ближнем Востоке, но полвека назад. Октябрьская война 1973 года едва не привела к столкновению великих держав. Мир оказался тогда на грани ядерной войны. Но события, которые произошли в субботу, вызывают действительно массу вопросов. Как это могло случиться и почему? Есть ощущение, что Израиль был абсолютно не готов к нападению, которому он подвергся. Кто виноват и зачем все это затеялось? Ну, думаю, что после окончания этого конфликта, как когда-то в 1973 году в Израиле сформируют комиссию, она будет искать ответы на эти вопросы, счет предъявит на разведке и внешнеполитической, и военной разведке. Но надо сразу сказать, что разведка не в состоянии предугадать все. Начало войны разведка предсказать не может, потому что это решение принимается политиками, а предугадать политическое решение должны политики. Почему израильское правительство, почему израильские министры не увидели, что дело идет к настоящему военному столкновению, вот это ключевой вопрос. Но те, кто следит за ситуацией в Израиле со стороны, видели, что все последнее время израильское руководство занято судебной реформой. Полномочия Верховного суда воспринимаются такими масштабными, что вот на борьбу с Верховным судом, вообще с судебной системой, мобилизована вся сила израильского государства. Привело это к настоящему расколу в обществе, причем абсолютно зримому. Столкнулись противники судебной реформы, те, кто за, и те, кто против. Столкнулись ультрарелигиозные люди и светские. Это было зримо, еще раз скажу, демонстрации. Все ополчились друг на друга. И видно было, и специалисты по военным делам говорили, что это влияет на обороноспособность государства, что обороноспособность государства подрывается. Это было совершенно очевидно, и это и проявилось. Но началось с массированной ракетной атаки. Надо сказать, что Израиль обладает очень современной, очень эффективной системой противовоздушной обороны. Система «Железный купол» позволяет перехватывать ракеты малой и средней дальности очень эффективно. Это умная система, находящаяся там компьютеры, сразу вычисляют траекторию запущенной ракеты. Если она упадет там куда-нибудь в море или в пустынный район, то на нее не тратятся силы. Но возможности этой системы ограничены. Поэтому специально запуск ракет осуществлялся одномоментно, чтобы превысить возможности противовоздушной обороны, и часть ракет упала на израильские города. Это была очень хорошо подготовленная атака, как ее проморгали. Видимо, по мнению израильских руководителей, сейчас было не время для Хамаса осуществлять эту атаку, потому что Кувейт перевел деньги на сектору Газа, Израиль выдал там 20 тысяч разрешений на работу, и, видимо, израильские руководители полагали, что сейчас Хамасу это неинтересно. Но у руководителей Хамаса, видимо, другая логика, и задача состоит в том, чтобы понять логику других людей, а не свои собственные руководствоваться. Ну и разведка, конечно, явно проморгала, потому что, еще раз обратим внимание, одномоментный запуск тысяч ракет требует участия в этом большого количества людей. Это требует подготовительной работы, которую трудно было не заметить. Но это лишь часть дела. А стремительный прорыв через границу, охраняемую границу сотен боевиков, которые где-то захватывали кибуцы, где-то захватили полицейский участок, это тоже прорыв границы тоже требует подготовки. Она происходила и не могла быть незамечена. Ну и, конечно же, военные оказались тоже совершенно не готовы. И дело не только в том, что в субботу был религиозный праздник, и многие отдыхали. Полагаю, что руководители армии обороны Израиля пребывают в опасном ощущении, что они командуют лучшей, самой эффективной армией в регионе, поэтому никто не решится на них напасть, чтобы не быть разгромленным. Это очень опасная логика. В 1973 году
командование армии обороны Израиля именно этой логикой руководствовалось. Они считали, что после разгрома арабских армий в 1967 году никто больше не рискнет повторять такую опасную историю. Их ошиблись сильно, потому что у египетских генералов, у сирийских генералов в 1973 году была совершенно другая логика. Совершенно другой логикой руководствуются и руководители ХАМАС. Вот это наиважнейший вопрос, зачем они это затеяли и что такое, вообще говоря, ХАМАС. ХАМАС – это аббревиатура, которая полностью расшифровывается как «Исламское движение сопротивления». Эта организация возникла как наследница очень известной организации «Братья-мусульмане». Она запрещена на территории Российской Федерации. «Братья-мусульмане» возникли в конце 20-х годов на территории Египта и сыграли немалую роль в истории этой страны. И поэтому, скажем, президент Гамаль Абдель Наср, друг Советского Союза, ненавидел эту организацию, уничтожал ее руководителей, сажал ее активистов. А сменивший его Анвар ас-Садат, который, кстати говоря, начал войну 73-го года, чтобы укрепить свои позиции, он был человеком набожным, он их всех выпустил, и они организовали потом его убийство во время парада, прямо картинно расстреляли тогда президента Анвара ас-Садата. Основывали организацию ХАМАС люди, которые прошли через Афганистан. Это были боевики, которые на территории Афганистана стреляли в советских солдат, в бойцов и командиров советской армии, которые там находились, когда советский воинский контингент вошел на территорию Афганистана, то на самом деле мы тогда просто на это не обращали внимания. Был объявлен джихад, и со всего исламского мира на территории Афганистана через Пакистан отправилось большое количество добровольцев, пожелавших сражаться с неверными. Там были вот и палестинцы, которые сражались против советских войск. Потом они вернулись, и в конце 80-х годов организация ХАМАС была сформирована. Поразительным образом она обрела силу после соглашения, достигнутых в Осло, столице Норвегии. Была достигнута договоренность между Организацией освобождения Палестины, ей руководил тогда Ясер Арафат покойный, руководителем израильского правительства, о взаимном признании о том, что будет на территории сектора Газа, западного берега реки Иордан, будет создана палестинская автономия, которая потом станет полноценным государством. И действительно, автономия была создана, но для создания государства требовалась тяжелая работа. Нужно было строить, нужно было пахать. А вот этим заниматься террористом совершенно не хотелось, потому что одно дело запустить с утра ракету и целый день принимать поздравления, а другое дело утром становиться к станку или садиться за руль грузовика, или идти на стройку, или еще что-то делать полезное. Это совершенно было неинтересно, они не захотели этим заниматься. И это нежелание было одним из ключевых моментов, который не позволило договоренности в Осло реализоваться. Потому что на самом деле, кто интересуется Ближним Востоком, тот помнит настроение 20-летней давности, была уверенность в том, что это все произойдет, потому что было оказано огромная материальная помощь, Европейский Союз, Организация Объединенных Наций, Соединенные Штаты, богатые арабские страны, экспортеры нефти, отправили туда очень большие деньги, которых вполне хватило бы на создание инфраструктуры государства и на налаживание жизни. Но огромное число людей, которые задавали там тон, это были боевики-террористы, это создание государства совершенно не интересовало. А ХАМАС, как организация, обосновавшаяся в секторе Газа, изначально заявила, что она, в отличие от Организации освобождения Палестины под руководством Арафата, который подписал эти соглашения, из существования Израиля все равно не признает. И в первой редакции программы ХАМАС было сказано, что Израиль должен быть уничтожен, и все евреи оттуда изгнаны или уничтожены. Взлет ХАМАС наступил после смерти Ясера Арафата. ХАМАС выиграл выборы в секторе Газа и выкинул оттуда всех людей Арафата, причем просто убивали. На самом деле палестинцы убили друг друга больше, чем они убили израильтян. И ХАМАС стал единственным руководителем сектора Газа. Что такое сектор Газа? Это маленький клочок земли, если смотреть на политическую карту мира, где живет порядка 2 миллионов человек в тяжелейших условиях и без каких бы то ни было перспектив. Время идет, а надежд никаких нет.
Надежд нет никаких, потому что никто ничего не делает, потому что в этом мире все было воспитано на том, что вот подождите, ребята, мы уничтожим Израиль, скинем всех евреев в море, очистится территория, и вы заживете счастливо. Это все никак не происходило, а люди не привыкли работать, создавать, производить, устраивать свою жизнь. И организация Хамас перешла к террору, потому что это привычное занятие. Кстати говоря, это определяет отношение Хамас в арабских странах, скажем, в Иордании и в Египте. Эта организация запрещена, в Египте очень плохо относится к организации Хамас, а сектор Газа Египту близок, потому что сектор Газа действительно одна из тех территорий, на которой решением Генеральной Ассамблеи ООН в 1948 году должно было создаваться на палестинское государство. Но арабские страны просто поделили эту территорию. Западный берег реки Иордан присоединила к себе Иордания, а сектор Газа был оккупирован, занят египетскими войсками, которые 20 лет этой территории управляли. После поражения в шестидневной войне 1967 года египетские войска оставили сектор Газа, туда вошли израильские части. Израиль сразу же предложил оставить все эти земли, вернуть их, если будет подписан мирный договор. Но арабские страны отказались подписывать мирный договор, и долгое время эта территория была оккупирована израильскими войсками. Потом израильские войска отступили, но наладить жизнь на территории сектора Газа, так оказалось, за эти десятилетия оказалось невозможно. Зачем сейчас организация Хамас начала новую войну? Дело в том, что это ощущение безнадежности, которое господствует в секторе Газа, перенеслось и на Хамас. Они давно у власти, а толку никакого нет, перспективы никакой нет. Через какое-то время там явно должны произойти выборы, потому что формальный руководитель палестинской автономии Махмуд Аббас, он живет на западном берегу реки Иордан, джентльмен очень не юный. Он уже давно не проводил выборов на всякий случай, но через какое-то время явно выборы свершатся. И у Хамаса, у руководителя Хамаса ужасное ощущение, что люди за них больше не проголосуют. Какая перед ними открывалась возможность? Напомнить о себе. Более того, напомнить о себе не только жителям сектора Газа, но и всему арабскому миру. На протяжении последних лет видно, что арабский мир абсолютно утратил интерес к палестинским делам. И организация Хамас практически лишилась поддержки. Считается, что помогает ей только Иран и находящаяся на территории Ливана организация Хизбалла. Больше никто им не помогает, потому что никто не видит никакой перспективы. Дело не только в том, что при прежнем американском президенте, при Дональде Трампе, некоторые арабские страны устали отношения с Израилем, но и в том, что это тенденция. Дело не в том, кто сделал это первым, но тенденция видна. Даже те страны, которые еще не признали Израиль, не обменялись посольствами, а приглашают себе израильтян, налаживают совместную торговлю, то что эти страны хотят развиваться, и развиваться они, естественно, хотят с теми, кто успевает. А Израиль, конечно, очень развитое в экономическом и технологическом смысле государство. И, конечно, те переговоры, которые последние месяцы идут между Израилем и Саудовской Аравией, они символичны, потому что Саудовская Аравия, хранительница главных святынь ислама, суннитской ветви ислама, конечно, воспринимается как флагман арабского мира. Если Саудовская Аравия готова установить дипломатические отношения с Израилем, признать еврейское государство, обменяться посольствами, это означает большую перемену в арабском самосознании. А переговоры такие идут и, судя по всему, успешно шли, во всяком случае, потому что наследный принц, человек, который руководит фактически страной, недавно сказал, что мы достаточно глубоко продвинулись. Это свидетельство утраты интереса к боевым палестинским организациям, которые только мешают, скажем, египетские специальные службы и военные очень жестко пресекают всегда любые хамасовские акции и жестко закрыли любую возможность поставки оружия, взрывчатки и все прочее с египетской территории, очень жестко с ними расправляются. Вот это желание напомнить о себе, заставить с собой считаться, видимо, и двигало руководителями Хамас. На что они рассчитывали? Ну, в отличие от руководителей Египта и Сирии, которые в 1973 году вполне могли рассчитывать на военную победу, по демографическому потенциалу, по масштабу вооруженных сил, по количеству вооружений, эти две арабские страны значительно превышали Израиль.
Руководители Хамаса понимают, что они не могут одержать военную победу над Израилем. Несмотря на масштаб террористических акций, ясно, что израильские войска их раздавят. Тогда в чем смысл? Смысл ужасный. Состоит в том, чтобы было убито как можно больше жителей сектора Газа. Чтобы жители сектора Газа ужаснулись и сплотились вокруг Хамаса. Чтобы арабские страны вынуждены были проявить солидарность не только на словах, на деле. Чтобы весь мир ужаснулся и нажал на Израиль, ну что же вы делаете, что вы себе позволяете, там гибнут мирные жители, вы обязаны что-то сделать. Чем больше погибнет арабских жителей сектора Газа, тем лучше для Хамаса. В этом ужас этой ситуации. И начиная эту атаку, они, конечно же, понимали, чем она закончится. Контртеррористической операцией армии обороны Израиля, которая приведет к большим жертвам. Потому что, еще раз напомним себе, что это маленький клочок земли, на котором люди живут на голове друг у друга. И как бы израильская армия ни старалась наносить точечный удар, невозможно избежать человеческих жертв среди гражданского населения. Это же не война в настоящем смысле этого слова. Есть линия фронта, есть гражданское население. Войска ведут сражения между собой, но тоже гибнет мирное население, но не в таких масштабах. Террористы растворяются среди гражданского населения, прячутся среди гражданского населения, там прячут ракеты в подвалах, а не в арсенале и так далее. Поэтому любые ответные удары приведут, конечно, к потерям, к кровопролитию. Это вызовет соответствующую реакцию. А это единственное, что нужно руководителям Хамаса напомнить о себе, заставить с собой считаться. Возникает вопрос. А что можно сделать? Ну, может быть, надо нажать на руководителей Израиля, заставить их пойти на какие-то компромиссы, где-то отступить. Не похоже, чтобы какой бы то ни было компромисс был реальным, потому что живущие там люди воспитаны в убеждении, что счастье придет к ним только после того, как Израиль, еврейское государство, перестанет существовать. Любой иной вариант не интересен, потому что любой иной вариант требует все равно тяжких трудов и концентрации не на терроризме, а на созидательной работе. Кто в состоянии изменить историческую судьбу Ближнего Востока? Великие державы. Ну, соглашение 93-го года в Осло стало возможным в тот момент, когда между великими державами, между постоянными членами Совета Безопасности было некое единомыслие. Сейчас его нет, сейчас мир расколот, сейчас великие державы противостоят друг другу, а какой-то совместный, единой ближневосточной политики говорить не приходится. Конечно, судьбу Палестины могут изменить арабские страны, если бы они были хотя бы в какой-то степени сплочены, но они тоже придерживаются различных точек зрения, различной ориентации. У каждой из этих стран есть собственные интересы, и они тоже не в состоянии сесть и выработать практическую, реальную политику, которая вывела бы из тупика эту ситуацию. А что это означает? Какой успешной бы ни была контртеррористическая операция, через какое-то время все начнется заново, потому что там 2 миллиона человек, там огромное количество молодых людей, которые не видят ни малейшей перспективы, и волей-неволей берутся за оружие, взрывают себя и других. Они так воспитаны, воспитываются таким образом на протяжении поколений. Это будет продолжаться вновь и вновь. Израиль сталкивается с угрозами, которым очень трудно противостоять. И при этом еще одна невероятная история связана с арабским населением самого Израиля, с людьми, которым очень нравится жить в Израиле, потому что там самый высокий уровень жизни во всем регионе. При этом они аплодировали в субботу, когда ракеты, выпущенные боевиками Хамас, обрушивались на израильские города. То есть им хотелось бы и дальше жить в Израиле, но без евреев. Что делать в этой ситуации? Каким образом организовывать жизнь? Это тоже вопросы, на которые едва ли есть ответ. Но теперь возвращаясь к главному, к тому, что весь мир был поражен неготовностью специальных служб, армии обороны Израиля, системы безопасности Израиля к внезапному нападению. Это очень опасная история. Израиль продемонстрировал свою хрупкость. Ее все заметили, и могут найтись более серьезные силы, которые вновь попытаются проверить Израиль на надежность. Собственно говоря, война, которая развернулась на Ближнем Востоке, интересует не только тех, кто занимается этим регионом, но и весь мир, потому что это место, где когда вспыхивает искра,
пламя разгорается очень масштабно, и в эти конфронтации оказываются вовлеченными другие государства, поэтому так важно наблюдать за всеми этими событиями. А это означает угрозу более серьезной войны, войны, в которую могут быть вовлечены уже и великие державы, что крайне невероятно опасно. Но это такое место, там проявишь слабость, сразу же появляется стадо шакалов. Во всяком случае, об этом свидетельствует история, которую мы с вами неустанно изучаем. Если вам это интересно, то ставьте лайки под этим видео, делитесь с друзьями, подписывайтесь на мой канал в YouTube.